Без ямы выбоин из Можгородка на автозавод заканчивается последний этап капитального ремонта Тургаякского шоссе. В этом году, благодаря дополнительным поступлениям из областного бюджета, удастся привести в порядок всю протяженность центральной автомагистрали города. Участок от предзаводской площади до остановки Поштехника был отремонтирован за счет областных средств еще в прошлом году. В этом году, как только позволила погода, подрядчик приступил к замене 2 с лишним километров старого дорожного полотна. Качество обновленного участка специальная комиссия оценила довольно высоко, однако власти обещают, вся протяженность Тургаякского шоссе в этом году будет капитально отремонтирована. Оставшийся отрезок протяженностью 1,7 километра от Лепешковой до Можгородка все-таки будет отремонтирован. Ремонтные работы здесь уже идут на протяжении недели. Дальше администрация, отдади мне должное, активно отработала с областью. У нас и все эти дороги были отторгованы, в том числе Тургаякское шоссе. И обратились с просьбой, или дайте нам деньги со следующего года, которые дадите из дорожного фонда, или, может быть, в результате торгов у вас останутся какие-то излишки. Отдайте их нам. Мы готовы. И вот пока не знаем источник, точно знаем, что это область. Хотим, чтобы это было из излишков, тогда у нас на будущий год что-то останется. Вот. Но самое главное, дорога сделана, ну или вернее завершается, и прокатиться по ней одно удовольствие. Специальная фреза сначала снимает старое покрытие, затем благодаря современным асфальтоукладчикам и каткам укладываются 2 слоя асфальтового покрытия. Подрядчик дает гарантию на выполненные работы 5 лет. Игорь Каблуков, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.